Леопарды останутся в Греции. Премьер-министр страны заявил, что Афины не будут поставлять танки «Леопард-2» в Украину. Причина – нужны самим. Греческий премьер заявил о готовности поддерживать Киев, но не в ущерб нашим оборонным возможностям. К слову, по данным СМИ, у Греции больше всех в Европе танков «Леопард-1» и «2». Однако делиться с Киевом Афины явно не торопятся.